«Тотальный диктант» напишут первоуральцы. Акция по проверке грамотности пройдет 9 апреля. На сайте уже открыта регистрация. Диктант напишут жители 500 населенных пунктов России из 100 городов из других стран. Онлайн-участие будет доступно из любой точки мира. Сотрудники ГИБДД проводят беседы с маленькими пешеходами и их родителями. Инспекторы разъясняют основные правила дорожного движения, инструктируя взрослых и детей на улицах города, во дворах, возле парков и торговых центров. Вручают памятки. Более 100 литров стеклоомывающей жидкости изъяли из оборота сотрудники Роспотребнадзора в 2021 году. Основные нарушения – превышение содержания метанола и отсутствие свидетельства о государственной регистрации. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают неонатологи. В Первоуральской городской больнице в акушерско-гинекологической службе работают 6 таких специалистов. Каждую неделю они помогают появиться на свет 25-30 младенцам.